привет, друзья! Сегодня мы с вами канал «Я и мой хвост», я его автор и ведущий Олег. Вот зашел я в группу, которая у нас в ВКонтакте находится. Ну давайте, тут ребята присылали ответы, мы такой экспресс-ответы буду давать на ваши вопросы. Что пишите мне сейчас? Итак, скажите, пожалуйста, как дрессировать ротвейлера, чтобы был злой, недобрый, никого не пускал во двор и в дом? Ну, это вы, видимо, ошиблись группой, поэтому мы здесь таких ответов не даем. Я не учу собаку быть агрессивной, поэтому обратитесь к дрессировщику по охранно-караульной службе и все получите, всему он вас научит. То есть именно охрана караульной службы. Мы здесь решаем вопросы, как правильно выстроить взаимоотношения между человеком и собакой. То есть я собачек учу немножко другому. То есть агрессии я собак не учу абсолютно. Поэтому эти вопросы не ко мне. Так, подскажите, как обучить собаку команде «Голос»? Порода восточноевропейская овчарка. Есть ли на обычные раздражители? Предмет подкормка, собака может только скулить. Но, во-первых, я уже снимал видео на эту тему. Там несколько вариантов я вам предлагал. То есть вы предметом раздражаете собаку. Там подкормка, если у вас не получается, можете попробовать уйти. Ссылочка есть, пожалуйста, зайдите на мой канал, посмотрите. Но здесь вот одна из тонкостей, из хитростей, скажем так. Вот вы пишете, что сейчас у вас собака начинала поскуливать, это вы уже должны были поощрить. То есть не дожидайтесь, пока собака у вас начнет гавкать. То есть любой звук, который начинает только издавать собака, вы должны уже поощрить. То есть хорошо, молодец. То есть вот она, вы раздражитель поймали, да, какой-то вот она у вас. Один из зрителей у меня вообще написал, что ни уход, ни палка, там ничего такого не помогало при обучении команде «Голос», да, а собака вот как-то неадекватно реагировала на лопату, да, и вот он связал эту лопату именно с командой «Голос», как уж там у него это пошло. Но вот еще раз хочу обратить внимание на то, что как только собака у вас начала поскуливать, то есть, вы уже «хорошо, молодец, голос, хорошо, молодец, голос». Дальше она будет мотивирована, она «ага, вот я уже голос какой-то издала», и дальше будет уже у вас лай. То есть, ну, тоже все индивидуально, нужно смотреть все эти моменты именно с конкретной собакой. Давайте дальше. Здравствуйте, расскажите, пожалуйста, на своем канале об оказании первой помощи собаке крупных размеров. Если, например, далеко от города, солнечный удар или перелом. Ну, есть у нас дружественный нам канал, «Дети фауны» называется. И доктор ведет этот канал, то есть, причем ветеринарный доктор. Я переадресую обязательно ваш вопрос, и я думаю, что он с радостью ответит на него. Идем дальше. Сколько раз в день нужно гулять со щенком? Сколько минут, часов должна составлять одна прогулка? Ну, чем больше, тем лучше. А так, по возможности. Опять же, с каким щенком, с какой породой щенка. Приучаете вы к туалету собаку, не приучаете к туалету. Там, положим, если у вас мелкая порода собаки, да, и тут вообще можно к туалету. Сейчас такие лоточки продаются, да, и для кобяков даже столбики у них сделаны. То есть собака может ходить именно в туалет, именно дома, да, для того, чтобы там не напрягались хозяева, не гуляли. А так, ну, чем больше вы будете гулять с собакой, тем лучше. Если это щенок, которого вы приучаете к туалету, то уже в зависимости от того, сколько раз он в день у вас там ходит в туалет, вот столько раз вы должны будете гулять. То есть, если вы приучаете, да, то есть, а поскольку вы будете гулять, ну, когда вы будете приучать щенка к туалету только, то, вы знаете, там дело доходит там до 3-4 часов, пока там первый раз он сходит, да, чтобы обрадовался, чтобы вы обрадовались, что молодец, что он понял там, то есть там. И естественно, чтобы собака физически уставала. Там другой случай, там, если там, например, крупная порода, да, и там дисплазия тазобедренного сустава развиваться у собаки начала, то здесь уже, понимаете, тут нагрузки нужно уменьшать. То есть если вы решили сохранить себе эту собаку с такой проблемой, да,
то здесь нагрузок минимальное количество должно быть. Поэтому, а так со здоровой собакой, чем больше вы будете гулять, тем лучше, собственно говоря. Дальше едем. Какой возраст должен быть у щенка, когда его можно спокойно оторвать от матери, и сколько сука вынашивает щенят? Ну, вот у нас доктор, кстати, наш ответил на вопрос, Сережа Савченко, канал «Дети фауны» рекомендую. 1.5-2 месяца, количество щенят зависит от породы и других факторов. Ну вот, вот люди пишут, на 21 день можно щенка забирать. Но на 21 рановато все-таки, как минимум месяц все-таки. Пусть чем больше щенок материнское молоко питается, тем он более здоровый будет. Потому что в материнском молоке все равно находится больший состав минерально-витаминных веществ, да, вот этих вот, которые дают иммунитет, щенок получает материнский, именно вот с материнским молоком. То есть, тем, чем дольше щенок будет питаться материнским молоком, тем дольше он будет защищен. Ну, тут уже смотрите сами. Ну, вот здесь у меня спрашивают, на одном из видео, значит, у меня вот на руке вот есть такой браслет. Это называется кликер. То есть щелчок. Специальная такая кнопочка, которая издает щелчок. Для чего этот кликер нужен? То есть кликер-дрессировка. Это когда правильное выполнение команды собакой при именно тренировке-дрессировке вы обозначаете щелчком. То есть не всегда у вас есть возможность дать именно подкормку в тот момент, когда собака правильно выполнила команду. Ну, допустим, это дистанционно вы как-то учите собаку сидеть, лежать, да, там, например, на расстоянии на каком-то. И вот для того, чтобы дать собаке понять о том, что она сделала правильно, вот есть вот такой вот, я делаю вот такой щелчок. Ну, это определенная методика, вообще кликер-дрессировка, это отдельная тема, я думаю, что даже, наверное, стоит снять отдельную передачу по кликер-дрессировке. Хотя информации в сети достаточное количество, вы можете почитать ее самостоятельно. Если кому-то будет интересна кликер-дрессировка, пожалуйста, задавайте дополнительные вопросы, и как только, ну, наберется достаточное количество, я обязательно отвечу, что такое кликер-дрессировка. Ну, дальше. Уже там прошло много времени, ответов уже много, поэтому в следующий раз мы сделаем еще один обзор. Итак, друзья, с вами был канал «Я ему хвост», я его автор и ведущий Олег. Заслужите доверие, заслужите уважение, и все у вас получится. Спасибо.